А теперь в Няндомский район. Мошинская врачебная амбулатория начала прием пациентов в улучшенных условиях. Она переехала в просторное и удобное помещение, которое отвечает всем стандартам оказания медицинской помощи. Подробнее в сюжете Александра Богдановича. Для местных жителей это долгожданное событие. Почти три десятилетия Мошинская врачебная амбулатория размещалась на первом этаже жилого панельного дома в деревне Петариха. А после договоренности между администрацией Няндомского района и ЦРБ решили выделить для амбулатории более просторное помещение в местном школьном интернате. Два года мы ждали этого события. Наш коллектив очень рад, надеемся, и население будет довольно, и мы. Теперь Мошинская амбулатория соответствует всем современным стандартам оказания медицинской помощи. А по программе модернизации первичного звена здравоохранения здесь обновлено оборудование и мебель на сумму более 3 миллионов рублей. Благодаря поддержке нашего губернатора Александра Витальевича Цибульского мы сегодня уделяем огромное внимание первичному звену здравоохранения. Это не только модернизация оборудования и строительство ФАПов. Это вот, скажем так, приспособление, нахождение помещений, закупка новых для того, чтобы сюда приезжали врачи. То есть самая главная задача, которую мы решаем, это создание хороших условий для работы. Амбулатория уже начала прием пациентов. Все необходимые условия здесь созданы. Теперь у нас есть новая больница. Коллектив рад, доволен. Мы готовы оказывать помощь населению. Я получил задачу от министра здравоохранения по ремонту квартиры, из которой переехала амбулатория, для того, чтобы эта квартира использовалась в дальнейшем для проживания, значит, врачей, которые к нам приедут для того, чтобы работать, значит, и лечить наших уважаемых граждан. В ближайшей перспективе возможности медучреждения предполагается расширить. Обсудили с руководством района и с руководством больницы возможность открытия здесь в рамках указа губернатора в аптеке, где будет как раз-таки существовать аптечный пункт. За счет работы ГУПАО «Фармация» и взаимодействия нас с ними будет цена сохраняться аналогичная городским ценам. А также в целом обсудили возможность создания в амбулатории стоматологического кабинета. По словам руководителя областного Минздрава Александра Герштанского, услугами амбулатории смогут воспользоваться около 2000 жителей близлежащих деревень. Александр Богданович, Наталья Перцева, Регион 29.